activated. Иди один. Эй, приятель, где же ты? Беди! Нужно выбираться отсюда, где бы мы ни были. Кабель питания? Что-то есть. Получилось. Воздух холодный, затхлый. Возможно, я глубоко под землей. Thank you.
это получилось. Дверь открылась. Посмотрим, смогу ли я выбраться. Как будто за мной наблюдают. Тут кто-то есть? Ай, чува да наго! Помощь нужна? Хопа! Сорг томо кили уба! Шак пуду! Что? Сорг торма? Стута каркина тонда! Тонда! Ладно. Видимо, помощь не нужна. Чута! Это не к добру. Биди! Биди один! Это ты? Я нашел тебя! Ты в порядке? Пора вытащить тебя отсюда!
О, я тоже рад тебя видеть. Так, снимем ограничитель. Сволочи. Бедные дроиды. Идем, пока они и до нас не добрались. Что нужно? Твори свою магию, Биди. Молодец, Биди. Есть питание. Слышишь? Похоже, кто-то все-таки есть дома. Я знаю эту группу. Ты такой? Кто я такой? Я Торг Торм, одетый. Я бог всего вот этого. Скажи лапочке Гризи, спасибо за наше знакомство. Скажу, когда мы закончим. Сегодня на арене выступит особый гость. Это боец, это джедай. Он силен, но насколько? Сейчас мы проверим. Хочешь шоу? Ты его получишь. Я чую кровь и деньги. Сегодня мы помянем всех ваших когда-то бойцов. Это не за тем, чтобы
подарить нам деньги! Может, спустишь ты сюда и сразишься со мной? Я слишком занят под шатом грязью. Ага, тот еще болтан. Ему нужен противник поважнее. Это еще совсем не конец. Бедный джедай! Легкая добыча! Теперь повеселись! Тебе повезло, красавчик. Лучше еще впереди. Думаю, ты знаешь следующих претендентов. Сброд Гаксиона охотится за мной. Да ты меня поймешь! Даже я это предвидел. Будет просто. Прямо-таки воин клона. Ты что-то сомневаешься? Меня зацепило! Осторожно! Эй, Грис, а ты знаменит там внизу. Ага, они неприятный сброд, да? Пахнут, как отработанное масло дроидов. Главное, ты в порядке. Да, осложнение которого можно было избежать. К счастью, мы нашли тебя. Есть и другое осложнение. Империя знает о Голокроне. Это очень плохо. Вся миссия теперь под угрозой. И у меня была милая беседа со второй сестрой. Триллой. Что она сказала тебе? Она сказала, что ты выдала ее империи. Это правда? Она скажет что угодно, чтобы сорвать это эту миссию. Это правда? Она была моей ученицей. До истребления. Надо было рассказать мне. Мы получаем зашифрованное сообщение с Кошеика. Мари. Кэл, мы нашли Тарфула, и он хочет встретиться с тобой. Но это еще не все. Империя смяла наши позиции у завода. Со бежал с планеты. Часть наших присоединилась к бойцам Вуки в лесах. Будь осторожен. Ты тоже. Потом.
Потом. А сейчас за дело. Ладно, все хорошо. Все будет хорошо. Парень. Эй, проснись. Есть разговор. Что? Разговор есть. Я не знаю, что там между вами двумя происходит. В смысле, наверное, это что-то джедайское. Но я считаю, сейчас вообще не время. Это тебя не касается. А вот и касается. Мы ведь вместе впутались, правда? Эй, Кэл. Я совершил ошибку. Из-за нее ты чуть не погиб. Прости. Мы ведь все не без греха, правда? Может, кроме тебя. Эй, давай с ней как-то помягче. Я не скажу ради меня, но вы двое лучшие, что со мной случилось. Пока я вас не встретил, я думал только о том, как бы сорвать куш. Игровой термин. Я знаю, что это. Кэл, жизнь не игра. До встречи с вами я думал только о себе. И деньгах. А теперь нет. Напоминают о наших путешествиях. Кордова спрятал припасы по всему Богана. Может, стоит туда вернуться? Вы двое привнесли в мою жизнь острые ощущения, но я все еще люблю смотреть игры. Только держи свои привычки под контролем. Да, нет, конечно. Я просто смотрю. Никаких ставок, ничего такого. Правда? Да, развлечения ради. Ничто так не бодрит, как наблюдение за двумя готовящимися к бою махинами. Выверенные движения и грубая сила. Капитан, я несколько обеспокоена вашим интересом к чему-то настолько... варварскому. А, да, то есть... Да, так и есть. Зрелище варварское, но довольно увлекательное. Так, парень, садись, мы почти на месте. Тихо. Слишком тихо. Не любишь природу, Грис? Только за стеклом. Мы с природой не ладим. Может, у меня и четыре руки, но если ты не заметил, большинству чудовищ я на один укус. Так вы с Церой были тут несколько раз? Где мы только не были. У нас нон-стоп тур по галактике. Но она за все платит. Так что грех жаловаться. Лучше, чем годами прятаться на свалке. Не поспоришь. Я повидал немало помоек. Но та планета самая помоечная. Не верится, что кто-то... Извини. Все так. Эй, Грис,
Ты все еще в обиде на Церы? Я просто занят миссией. Эй, я все понимаю, но она ведь старается. Почему она не сказала мне о Триле? Мы же одна команда. Не в команде дело. Просто о некоторых вещах и вспоминать не хочется, не то что делиться. Пожалуй. Даже мне представь себе. Как-то раз я прятался от хатов кредиторов в Миху Нерфа. Да ну. Кэл, имей совесть. Делиться подобным я пока не готов. А? Держи дроида подальше. Не хочу, чтобы он тут мне все испачкал. Кэл, есть минутка? Когда мы впервые тебя здесь высадили, когда стало ясно, что это тебя мы искали, тогда я должна была тебе все рассказать. Ты сделала выбор. Я понимаю. Это не меняет нашу цель. Может, не нашу цель, но способ ее достижения. Я совершила ошибку и подвергла тебя опасности. Это не подобает наставнику. Я не просил наставлений. До тебя вся миссия держалась на мне. Да, со мной был Грис, но он не понимал всей важности того, чего мы хотим достичь. Я не могу взвалить все на твои плечи. Ты рассказала мне все, что нужно. Сейчас мне остается только завершить начатое. Понимаю. Если понадобится, я всегда готова помочь. Спасибо. Я справлюсь. Наверное, ты часто была здесь с Кордовой? Нет. Он никогда не приводил меня в это место. Но рассказывал о нем. Только я знала координаты. Он доверял тебе? Да, пожалуй. Он ожидал, что я поверю ему и закончу то, что он начал. Надеюсь, он был прав. Биди один так считает. Он умный дроид. Не так просто найти то, что спрятано от Империи. Нет, не просто. Но тебя мы нашли. Да, я был близок к смерти. Я ошибся, выдал себя, привлек внимание инквизиторов. Раньше мы с Гризом тоже искали, кого обвинить. Мы спорили каждый раз, когда важная зацепка приводила нас к новому тупику. Новой опасности. Все ошибаются. Надо усвоить урок и идти дальше. Да. Думаю, это так. Не сейчас, Кэл. Thank you.
здесь было место для медитации. Кого-то знакомого с Орденом Джедаев. Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев.
Биди, сможешь взломать. Молодец, Биди. Что там, Биди? Кости. Да, но они очень старые. По ним ничего не поймешь. Древний могильник.
сможешь с ней совладать. Щелкаешь их, как орехи. Кордовы. Он ждал, что кто-нибудь за ним последует с помощью BD-1. Мой друг, я тотчас же отправился на Корусант и представил свои открытия совету. Рукоять меча Кордовы. Это странно, ведь я его даже не встречал, но с ней мне спокойнее. Согласен. Место особое. Возьму рукоять с собой. Прекрасно. Thank you.
Что это за место? Когда я изучал ту сферу, что наверху, я чувствую его восторг. Судя по виду, воняет это существо похлеще гриса.